Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Подпишись, если еще не подписался. Лайк, естественно, ну и комментарий. За мою деятельность, так скажем, жизнедеятельность, у меня было много всяких смартфонов и много всяких часов. Естественно, они у меня проходили все через один и тот же аккаунт и сохранялись вот как здесь в списках устройств. Этот смартфон у меня есть, и эти часы есть, а этих у меня уже нет. Но они всплывают при каждой покупке. Чтобы это удалить, нужно зайти именно в веб-версию браузера, нажать вот сюда на свой аккаунт, зайти в устройство, здесь вот их найти и просто убрать галочку с того устройства, которое хотите, чтобы больше у вас не всплывало. И когда вы в очередной раз будете нажимать, чтобы что-то установить, оно у вас уже не появится. Выбирайте просто то, что у вас есть. Вот такая простецкая инструкция. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы на канале SmartWatch. Подписывайтесь, если еще не подписались. Лайк, ваш комментарий тоже приветствуется. Колокольчик по-любому. Пока, до новых встреч.